Франция вносит ключевые изменения в миграционную политику. Итак, одним из самых значительных изменений является введение нового типа ВНЖ, который предназначен для профессионалов в медицинской сфере, включая врачей, стоматологов, фармацевтов и акушеров. ВНЖ выдаются сроком действия до 4 лет. Этот шаг направлен на укрепление здравоохранения страны за счет привлечения высококвалифицированных медицинских работников. Также вводятся лимиты на продление временных ВНЖ, ограничивая возможность продления более 3 раз подряд. Это изменение коснется иностранцев, работающих во Франции по бессрочному трудовому контракту, а также тех, кто находится в стране на основании воссоединения семьи. Новый закон также требует от заявителей на долгосрочный ВНЖ знания французского языка. Важным изменением становится возможность легализации для мигрантов без документов, но имеющих работу в сферах с нехваткой кадров. И для этого необходимо проживание в стране не менее 3 лет и наличие оплачиваемой работы в течение последних 2 лет. Мечтаете переехать во Францию? Тогда напишите нам по номеру телефона, который мы оставили под видео.